Толя. Здравствуй. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, какие сильные и слабые стороны ты выявил при подготовке к E-Home? Они похожи немного на King Gaming, в моем понимании. Просто ребята из E-Home чуть получше ставят линии, чуть получше выбирают героев. И ну, у них просто получились в тех вчерашних играх более балансные драфты, за счет чего они выиграли. В этом их сильная сторона. А так в целом, там, деление по карте и поиск тимфайта у них очень похожи. Все. Просто чуть лучше героя. Можешь поделиться со всеми, кто сейчас смотрит это видео, что ты собираешься банить? Ну, мы с Артемом обсуждали. Пока еще это не 100%, но думаем убрать Кускара, Тини и Вайда. Во второй стадии у них очень слабые герои всплывают, и для того, чтобы перекрыть, так сказать, кислород во второй стадии, мне кажется, можно посвятить несколько банов в первой, и будет проще. Какой счет прогнозируешь? Какой счет прогнозируешь? 2-1, 2-0? Да. 3-0? Все увидим совсем скоро, через пару часов. Да. Хорошо, спасибо. Всем привет! Сегодня последний день Минора, и мы играем с King Gaming. Если мы им проиграем, то мы оказываемся на третьем месте, но если выигрываем, то попадаем сразу в гранд-финал. В третьей карте, мне кажется, мы просто очень обидно проиграли игру, немножко просели по морали и просто после этого не успели собраться. Ну, у нас были некоторые проблемы с драфтами. Я решил на уверенничьих ми попикнуть, заказать, скажем так. Как говорится, понял ошибку, прошу простить, понять и дать мне второй шанс.
на четвертый. У нас пик был хороший, но из-за того, что игроки хотели играть на других героях, то есть хотели играть душой, типа Тайт Мид, а не Феникс Мид. Из-за этого у нас пик стал резко плохим. Можно сказать, из-за третьей игры проиграли. Shit happens. Ну, фаворитами мы прибыли только потому, что онлайн-турик выиграли против ОГ, которые сейчас, ну, довольно плохо выступают. Не знаю, мне кажется, второе место — это явно лучше, чем последнее. Надо всегда надеяться на что-то худшее, и когда что-то лучше этого выходит, ты радуешься.